Звукотерапия – один из методов лечения, известный с незапамятных времен. Несмотря на то, что сегодня эта практика за рамками науки, интерес к ней проявляют во всем мире. Крымчанка Ольга Слюсарчук четвертый год изучает звучание гонга. И начинаем играть очень-очень мягко, то есть, чтобы он дал первый звук. Это как бы гонг оповещает, что мы сейчас начнем на нем звучать. За это время пришла к выводу, от сложных недугов музыкальный инструмент, конечно, не избавит, а вот нервы и чакры привести в порядок поможет. Сегодня мастер звукотерапии обладает самой большой коллекцией гонгов России. Их у нее 11. И это при том, что найти два одинаковых в мире невозможно. Уникальность гонга в том, что звуковые волны накладываются одна на другую, создавая сложные тона, звучание настолько разнообразное и объемное, что некоторым людям слышится арфа, барабаны и даже оркестр. Но, к сожалению, ни одна аппаратура этот звук передать не может. Целительным эффектом обладают и поющие чаши. Все они сделаны вручную в Непале. В состав таких сосудов входит 7 видов металла. Но по одной из легенд, обязательным компонентом должно быть железо с упавшего метеорита. Якобы именно это и придает особенное звучание маленькому оркестру. Они все настроены на определенную частоту. Каждая пиала может издавать до 20 разных тонов, что, по мнению звукотерапевтов, и оказывает лечебный эффект. А еще поющие чаши используют для нетрадиционного массажа. Пациент не только слышит, но и чувствует по всему телу вибрации. По некоторым сосудам бьют, как по колоколам, остальные закручивают плавными движениями песта. Это называется эффект холодного кипения. Можно показать, что чаши делают с нашей жидкостью. Мы с вами на 70% состоим из воды. После погружения в океан звуков и вибраций отмечаем, сакральная церемония медицинскую процедуру не заменит, но совершенно точно, что такой бальзам для души поможет расслабиться, избавиться от стресса и усталости. Салия Салямова, Андрей Псом, «Утро нового дня».